Наслаждаться теплой погодой в Мурманске остается недолго. Уже завтра синоптики прогнозируют сильные дожди. Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. Местами пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы до 26 градусов. 8 августа ожидается похолодание атмосферного фронта на территории нашего региона. Температура воздуха понизится до 16 градусов, ожидаются дожди. К концу недели станет еще прохладнее, до 12 градусов выше нуля. Синоптики советуют мурманчанам захватить с собой на улицу зонтик.